там вот Кристина Асмус не и смотрела. Ваня. Ну, там просто очень откровенно все это снято, и прям весь процесс. Поэтому после этого действительно было много обсуждений, но это перезапустило ее карьеру, если так можно это сказать и назвать, потому что после этого на нее посыпались роли другого совершенно плана, чем были до этого. То есть если до этого она снималась больше в таких вот сериальных историях, интернов особенно ее воспринимали как такую актрису из интернов, после этого у нее появились там много каких-то ролей, для нее это был такой толчок некий. У каждого свой путь, значит, кому-то это да. Ну, кому-то ты бы пошла никаких на такую, нет проблем. Ради того, чтобы вот это выглядело максимально натурально и реалистично. Ну, опять-таки, ну вот я говорю, меня должны были бы очень убедить режиссер, что это нужно, и я должна была бы понимать, как это будет выглядеть, как это будет сниматься, как это будет видеть зритель, что это будет. Для меня это был бы очень долгий процесс.